Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Омовение ног. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже возложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал мывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был перепоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.